you are not complex. I'm sorry, I am not impressed. Back on my bullshit again. I'm having way too much fun. I'm in a section with 7K monsters around me. I swear I can't only touch one. Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм, и сегодня мы играем в Самп на серии Премьер Гейм, это Самп с русской картой, и сегодня покажу, какую я себе купил машину, сегодня купим скин, может быть что-то еще купим, как бы скин мне уже давно пора купить, потому что, ну, стандартный скин не очень, как бы, мягко говоря. Итак, вот моя новая машина, это BMW X5M. On my coffee as I write another hit. At times I get cocky, so I keep a joint lit. That rhymes. T-shirt the same color as my skin. That's white. Last name tin cup. They say it fits. So they right. Right now everything's perfect. Not feeling like myself, but it's all feeling worth it. Yeah, I'm feeling cursed, but I swear I felt worse. I felt worse. I felt worse. Мирах 3S 3 семерки и 77 регион. Купил я эту машину за 4,5 миллиона. Буду думать, откуда такие бабки у меня. Ну, мне помогли. Не помогли, не буду говорить кто, но мне в принципе помогли. Меня там бомбить в комментариях, типа, о, ютубер, помогли ему, типа, и так далее. Как бы, если бы не мои подписчики, ничего бы этого не было. На самом деле, я очень им благодарен. Просто у меня самые лучшие подписчики. Просто люблю вас как подписчиков. Итак, давайте посмотрим эту машину. ПТС сейчас вам покажу. Давайте откроем машину. Так, у меня ID. Кстати, вот мой ник Кирилл Путбули, если что. 11-й. ПТС. Так, ПТС. 11-й. Вот, автомобиль BMW X5M. Владелец Кирилл Путбуль. Номер ключа 10953. Страховка, 3 страховки, пробег 9518 километров, штрафов 0, госцена 6,3 миллиона, ну, 6 миллионов 300 тысяч. А азотное скрытие имеется, гидравлик отсутствует, максимально бензина 95, надо будет эти бак расширить, можно 95, по-моему, или... ладно. Вид бензина 95, владельцев 9 было, я 9 владелец. Мне предлагали, это я на стриме купил этот X5, мне предлагали еще купить тоже X5 с номерами Хер 3 единицы и 77 регион. Подписчик предлагал купить тоже за ту же цену, но там было 5 владельцев. Но мне Хер 3 единицы номер не нравится. Я люблю чистый блат на самом деле, на всех серверах, неважно, МТАК, РМП и так далее. Я люблю чистый блат. Я не люблю АМР, что там еще, ЕКХ, ВОР, тоже не очень люблю. А вот чистый блат я на самом деле очень люблю. Давайте покажу вам, что находится под капотом. Я наконец-то, блин, узнал, как капот открывается на тачках. Так, давайте такой мини-обзор сделаем. Ну вот, блин, как по мне, это идеальная машина. Вы спросите, блин, ты же хотел E60, почему ты ее не купил? Я купил эту машину на стриме, и когда на стриме был, не было E60 нигде. Вот не было ее. Серьезно. И потом, когда я купил X, все искали. Я видел много объявлений, искали E60 за 5,5. Но так и никто не нашел. Кстати, хреново, что вот эта хрень не открывается. Как бы, если, ну, в реальной жизни вот верхняя открывается, нижняя. А видите, здесь нижняя не открывается. Это на самом деле печально. Диски тоже, кстати, прикольные. Вот, вот эта моделька просто охрененная. Вот реально охрененная. Ну, кстати, а где суппорт? Где суппорт тормозной? Что-то его не вижу. Ну ладно, это в принципе не имеет значения. Как бы. Я не знаю, чувак говорил, что это донат цвет. Напишите в комментариях. Я не знаю, донат цвет или нет. Как бы, блин.
Конечно, я хочу его перекрасить, но если это донат свет, я лучше не буду его трогать, как бы. И не бойтесь, чуваки, в будущем я куплю E60, я накатаюсь на X. Не знаю, можно будет X поменять на E60 какую-то стоковую? Напишите в комментариях, вот можно, кто-то поменяется, интересно, вот этого X на стоковую E60. Вот X с блатами на E60 поменяет кто-то, интересно. Напишите в комментах. Ну, я бы на самом деле X бы поменял потом на E60 бы, но на X я еще не накатался. Давайте перейдем к салону, кстати. Давайте включим чат. Да ладно, нам он не нужен, в принципе. Закрываем капот и багажник. И есть неоновая подсветка. Неоновая подсветка, так. Вот как она выглядит. Сейчас она что-то не горит, кстати. Может, она днем, походу, не горит. Ну, я вам потом, может, вечером покажу, как она горит. Либо на стриме увидите, в принципе, я здесь частенько стримлю. Так, что по салону? Салон довольно-таки тоже хороший, вот косячок есть только сзади, видите, вот обшивка не до конца сзади сделана, а так салон даже очень хороший, кнопочки просто до дела проработаны. Кстати, это да, это старый X5, как академик разбил, по-моему, это такой самый X5, да, такой самый X5, как разбил академик. У нас панорама, ну почти панорама получается. Ну, как мне очень нравится, на самом деле. Давайте на нем прокатимся. Так, продолжаем. Давайте выключим аварийку, заведемся. Вот машина даже очень хорошая. Блин, я на ней уже погонял нормально. Я вчера только купил на стриме, как я и говорил. И покатался вчера на ней там вечерком. Вот утро сейчас, 9 утра, я вот решил записать серию. Ну и тачка довольно-таки мне очень нравится, потому что как бы управлению она очень хорошая. По управлению особо, конечно, не подлетишь за счет полного привода. Видите, у нее полный привод стоит. Поэтому особо на ней не повалить бачком, потому что, ну, полный привод как бы ее вывозит траекторию. Поэтому боком не повалить, конечно, это не E60. На E60 катался, боком она валит так нормально. Но это такой кроссовер, это мощный, быстрый кроссовер, на котором можно и погонять, и по кочкам поездить, в принципе. Давайте сюда заедем. Так, не будем нарушать, ну, как бы у нас кроссовер, можно и здесь проехать, я думаю. Как бы вот, спокойно проезжает машина, вообще на изи просто. Вот, как бы, ну... Очень она быстрая, полный привод вообще возит ее очень нормально. Прям, ну, конечно, и в жизни он полноприводный, по идее, да. Он в жизни тоже полноприводный, это X5. Ну, как бы, видите, он хорошо ездит по горам, по полям и так далее. Давайте еще проверим его вот здесь. Заедем. Вот, по трубке это проедем или нет? Так. Первого лица, думаю, я тоже не проеду. Да, особо ни хрена не видно, поэтому будем ехать вот так вот. Оп. Оп. Потихонечку сейчас проедем, я думаю, в принципе, ничего страшного не будет. У меня в банке еще лежит 1 миллион на накопление. На 6 пейдеев. Ну, 6 месяцев, типа. Я когда первый раз положил, я ж не знал, ну, 6 месяцев написал. Я думал, ну, это реально 6 месяцев. А это казалось 6 пейдеев. Блин, надо было здесь врезаться, да? Бампер у нашему, конечно, хреново. Давай пробуем сюда заехать. Сюда он тоже на изи заезжает. Я помню, как я здесь еще в 2014 году свою четырку вот здесь ставил. Оранжевая у меня четырка была. Я вот здесь ее постоянно ставил. Блин, ностальгия еще та, конечно. Помню, как ее ставил. Так, давайте с разгончика пробуем. Вот так вот, хоп. И видите, ну вообще повреждений никаких нету. Давайте пробуем даже сюда заехать. Конечно, да, уклон, конечно, жесткий, но попробовать, думаю, можно. Так. Попробовать, думаю, можно выехать, конечно. И он сюда даже выехал. Ну, блин, ну вы понимаете, да, это мощь. Реально, вот что бы я взял? Я, конечно, гелики не ездил, но
из всех я тут видел есть X6M, но мне X6M, честно говоря, не нравится. Вот старый кузов X5M, вот именно этот кузов мне нравится. Новый даже X5M мне не так нравится, как старый. На самом-то деле. Есть здесь еще крузаки, но, блин, самый шустрый, наверное, это все-таки X5. Так, и надо как-то съехать отсюда. Во, хопа. Вообще просто на изях, реально, тачка вывозит просто везде. На ней можно и погонять, и просто покататься по бездорожью. Кстати, жалко, здесь нету оффроуд трассы специальной. Было бы на самом деле круто, если бы сделали здесь оффроуд трассу какую-то для кроссоверов, для джипов, в принципе, было бы довольно-таки прикольно. Так, правила движения мы не нарушаем. Я вообще-то хотел не туда повернуть. Ладно, давайте аварийку включим. Как бы мы быстро едем. Некоторые бомбили то, что я как бы нарушаю правила, на красный езжу и так далее, типа. И меня за это не наказывают. Я больше так делать не буду. Не буду материться, не буду нарушать. Все будет четненько, пацанчики. Так, я хотел себе скин купить. Нужно нам вернуться, потому что в этом скине уже достаточно я долго бегаю. Кстати, мой номер в игре кто не знает. Кстати, вот деньги на накопление лежат. Алям. Так, это вы видели. Вот мой номер 576424. Запоминайте, в принципе, можете мне писать, звонить, как бы. Я не против буду. Так, сейчас в магазин одежды нам нужно обязательно заехать. Так, Премьерск. Давайте развернемся. И здесь где-то должен быть 24 на 7. Магазин одежды, вот он. Так, глушим и погнали. Купимся на, конечно, новую одежду, потому что, блин, ну вы сами понимаете, ездить на Иксе в таком скине еще, блин, это, конечно, еще сильно. Так, одежда. Как, а где тут листать? А, точно. Это я тупо новый интерфейс спрятал. Так. Подожди. Может такого типа взять? Типа питбуль? Ну как бы я питбуль, но все равно. Ладно, нет, такое я брать не хочу. 13 тысяч. Все дерево такой скин прикалывают. Давайте посмотрим еще какие-то скины. Ну вот тот скин меня прикалывает, он похож на меня, вот тот черненький, только что был в черной одежде. На меня похож. GTA 5. Лол. Такой бандит, этот скин еще помню. Этот я тоже скин еще в 2014 помню. Так. Лол. Да уж. Но я тут особо такого ничего не вижу на самом деле. Ни хрена особенного не вижу. Кроме того скина. Ну еще такой неплохой скинец. Ну, сколько он стоит, кстати? 25 тысяч. Ну таких я скины видел. Вот какой у меня сейчас я хочу купить. Его я не видел еще ни у кого. Поэтому я его и возьму, наверное. Вот этот скин мне прикалывает. Он реально похож на меня в реальной жизни. Ну, с бородкой, типа, такой, чисто мужичок. Ладно, погнали. В принципе, купили мы скин. Можно теперь и поехать покататься еще. Что-то давайте, стоп, 24 на 7, а нет. Давайте 24 на 7 заедем. Что-то еще надо купить себе. Сейчас найдем еще что-то. Потому что 24 на 7 я толком не стрелял, что там есть. Надо посмотреть. Вот и 24 на 7. Сейчас посмотрим, что там есть. Надо будет еще, блин, бампер починить, потому что мне это не нравится. С поломанным бампером ездить. Просто мне... Я где-то вчера катался на X7 вечером. Ну, как вечером, часов 10. И я покатался, и просто, ну, тысяч где-то... Сколько? 50 я потратил на ремонт. Покатался сейчас, и 50 тысяч в жопу просто ушло. Так, нож, блок, ну, чё? Баллончик с краской. Лопата, фотоаппарат, цвет, канистра, лом, сигареты, презервативы. Это пока нам не надо. Веревка, сим-карта, мобильный Samsung. Samsung. Ну да, рация. Ну, кстати, да, тут ничего нам не нужно. Поэтому выходим. Ну, думаю, в принципе, на этом можем заканчивать. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, кто не подписан, подписывайтесь на группу ВКонтакте, все ссылочки есть в описании.
Обязательно заходите на сайт и ждите новых серий. Всем пока-пока. I said, man, I'm alright. Little did I know I'd be crying.